Всем привет! Однажды на маленький город на севере США в регионе Новая Англия опустился непроглядный туман, который начал шептать страшные вещи и наносить всюду символы из неизвестных миров. В городе, покрытом этим туманом, люди начали сходить с ума. Впрочем, не только люди, но и само пространство наполнялось безумием и искажалось, выворачиваясь наизнанку. Всюду начали мелькать размытые тени, а затем из клубов дыма вышли самые различные существа – чудовища, мелкие божества, призраки. И под конец сами древние боги заглянули на этот огонек. Все они устроили сражение между собой, в результате которого должен был остаться только один. Должен был остаться великий победитель, впрочем, сильно измотанный страшной битвой. Все это буйство организовала небольшая группа мистиков, которая провела ритуал, вызвав всех этих чудовищ сразу, чтобы они начали сражаться и уничтожили или ослабили друг друга, и перестали представлять опасность для мира людей. Сейчас я описывал не сюжет книги Лавкрафта, я описывал SCP-1936 Дейлпорт, в котором различных существ и аномальных событий, наверное, как в десятке средних SCP, если не больше. После прочтения этого объекта остается один вопрос: что это вообще было и кто все эти аномальные сущности? Их мы сегодня и разберем, ведь сами-то они себя не разберут. Для начала я не просто так начал с того, что упомянул Лавкрафта, потому что большинство историй его произведений происходит как раз в этой самой Новой Англии, которую иногда называют страной Лавкрафта. Местности, где всюду, то тут, то там встречаются старинные фермерские дома, маленькие мрачные городки и просторные особняки. Собственно, сам туман, опустившийся на город, которого, кстати, зовут Свелсер, когда шепчет свои предсказания, часто говорит на языке, крайне похожем на язык Ктулху. Ибо Ехах, Хлирг, Фумнладх, Ибумн, Пхенглуи, Мглва, Навх, Ктулху, Рльех, Вгах, Нагл, Вхтаган и никак иначе. Так, если разбирать все по хардкору, я нашел словарь ктулхианских слов, и знаете что? Вот эта фраза, которую в SCP шепчет туман Свилсер, переводится как «Аминь, еретик горит в яме», то есть живой туман, окутавший город, шепчет именно на языке Ктулху. А значит, историю Дейлпорта вполне можно считать современным продолжением мифов о Ктулху. Ну или SCP и Рльех существуют в одном мире, что тоже вполне логично. Сама роль тумана описывается так, что он действует в качестве барьера против тех, кто пытается остановить пробуждение. В самом этом SCP никакого пробуждения нет, а значит, этот Свелсер, окутывающий Дейлпорт, это какой-то подданный Ктулуху, который должен остановить его пробуждение. Ибо, как мы знаем, Ктулуху спит на дне океана, но проснется. И вот как раз среди этой туманной красоты где-то спрятан пропавший городок, куда отправится лидер культа Майкл Хоушер, чтобы обрушить на это место весь ужас неведомого с целью устроить последнюю битву. Сразу как мы открываем статью на сайте SCP, мы видим его фотографию. Человек, изображенный на картинке, как минимум интересен. И, конечно же, для нас, как для людей, желающих разобраться, что же там вообще происходит, важно найти сущность под названием Фул этой фотографии. И вот он перед нами. Теперь мы видим, что появились коровы, возможно, даже коровий уровень, какой-то завод, можно даже сказать фабрика. Что же, наверное, нам стоит поискать другие фотографии, связанные с этим человеком, чтобы стало понятнее. Например, вот тут мы видим, мы видим загадочный центр магов, движение, существовавшее в Амстердаме в 60-е годы 20 века, и которое действительно жило там вот такой вот жизнью. То есть это даже не какой-то разовый перформанс. Они там реально так жили и позже выставляли продукты своей этой жизнедеятельности в местных музеях. Такое вот ежедневное творчество. Центр магов был не просто собранием художников. Они действительно наделяли свои произведения мистическим смыслом и имели сложную философию. И тем удивительнее, что единственное, почему мы знаем о них, это книга под названием «The Bestorming One Head Onmo Gelaijke», что переводится как «Буря невозможного», которая описывает жизнь этой группы. И судя уже даже по обложке этой книги, жили они там просто отлично. Эти коровы, эти костюмы, с ними даже Джон Леннон тусовался из Битлз. Стал бы там тусоваться Джон Леннон из Битлз, если там было уныло.
Конечно, нет. Люди, знакомые с нидерландским языком, могут прочесть больше об этой группе. Но в рамках этого видео мы узнаем, что у SCP-шного культа Победы есть вот даже реальный прототип. Группа художников-мистиков из Амстердама. И благодаря SCP мы знаем, что они сделали в Дейлпорте. При помощи своих этих ритуалов они призвали лавкрафтовских и не только чудовищ. Ритуал был проведен по книге странника Дассансада, в которой была вот такая интересная картинка. И как вы понимаете, и к этому изображению у меня тоже есть фул. Вернее, есть другие картинки этого художника. Их нарисовал Винсер Маккей. И в этом маленьком кусочке мира SCP наша любимая вселенная практически соединяется с миром комиксов и фэнтези. Потому что Винсер Маккей рисовал комиксы еще в конце 19 века. То есть до того, как это стало модно. А еще некий Уолт Дисней, может кто слышал о таком, позже использовал его манеру рисовки и анимации. А еще этот человек нарисовал комикс про маленького Немо из «Страны снов», где маленький мальчик Немо в сказочной стране при помощи волшебного предмета побеждает правителя царства кошмаров, чем спасает страну добрых сказочных существ. Выходил этот комикс с 1905 по 11 годы, то есть до того, как Толкин начал писать свои произведения. Ну вы поняли. Но главное для нас это то, что частая тема его картинок и комиксов — это победа человеческого разума над всякими неприятными явлениями. Так что вполне себе неплохой выбор для того, чтобы идти на древних божеств войной силы искусства. Организация из мира SCP под названием ТВП бы одобрила такой подход. Поначалу в город вторгается множество незначительных существ, например, Панглос, про которого есть отдельное видео на этом канале с теорией в SCP-1612, ссылка будет в описании. Панглос это вообще популярный персонаж американской культуры, но в том видео я больше рассказываю о нем как о явлении самой культуры, а в мире SCP он представлен чем-то вроде древнего доброго духа, который существует с начала времен и олицетворяет собой начало всего света. Но, видимо, благодаря своей скромности это существо не проявляет никаких существенных сил, потому считается второстепенным, незначительным божеством. И в Дейлпорте он, похоже, единственный, кто старается спасти людей от творящегося безумия, предоставляя им убежище в виде портала в другой мир. По улицам Дейлпорта также бродит его противоположность — темный олень SCP-2845, который считается концом всего света и развлекается тем, что превращает людей в живые неподвижные фигуры. Эти два существа представляют собой крайности, крайний свет и крайнюю тьму, и настолько далеки от реального мира, который находится посередине света и тьмы, что практически не влияют на него. Вот такая, между прочим, философия мира SCP. Добро и зло, свет и тьма — это просто два малозаметных явления, которые существуют лишь где-то на окраине реальности. Истинно нейтральным, ровно посередине света и тьмы, показан человек с треугольником вместо лица, который сражается с порождениями Ктулху, теми, что щупальцами, просто и без затеи ломая им лица. Он описывается как пожилой человек в котелке и жилетке. Позже мы узнаем, что его называют ходящий по снам. Итак, у нас тут безликий человек в костюме, который ходит по снам и может напнуть любому монстру. Еще и остается нейтральным, не переходя ни на чью сторону. Да это же, скорее всего, сам никто. Никто известен фонду как SCP-600. И про него тоже есть видео на этом канале. Хотя там просто сам объект и несколько рассказов про него. Никто бродит по миру SCP, то помогая, то мешая разным организациям. По только одному ему понятным причинам. Он никогда не вступает в союзы с кем-то и никогда не поддерживает продолжительной вражды. Единственное, чего он жаждет по-настоящему, это человеческих чувств, которых он сам полностью лишен, и принимает их как плату за свои услуги, используя их впоследствии в качестве изысканного лакомства. Вообще, никто имеет довольно интересное место в интернет-фольклоре, но об этом я как-нибудь сделаю отдельное видео. Да и вообще, я все собираюсь сделать нормальный разбор по этому персонажу. Помимо этого, крайне вялого противостояния добра и зла, в самом центре которого находится никто, который избивает порождение рельефа, упомянут целый зоопарк других неопознанных существ. Например, слепой Дейр, бог фонарных столбов, сторонники которого оставляют дары на кривых мачтах освещения. Или Дейлп, который представляет собой рой мух, постоянно изрыгаемый ртами его сторонников. Или Йинни-Йинни, освобождающий своих сторонников путем трепанации. А также Зин, вестник Маарпа, который возглавляет армию чешуекрылых, уносящих прочь тех, кто спит с цветами под сердцем
серебряным пеплом, на сонных чердаках и наниматума. Все это замечательные персонажи, которым определенно нужен свой лор и свои объекты в мире SCP. Хотя последний похож на существ из SCP-3333, потому что чешуекрылые — это же всякие бабочки и моли. Как раз такие существа были в SCP-3333. И приходили они в наш мир из призрачного замка, доступ в который появляется, если залезть в пространственную аномалию, в люке, ведущем на крышу здания SCP-3333. Они забирали тех, кто влез в их мир, проникая в их тела и выжирая незваных гостей изнутри, что вполне похоже на описание этого Зинна, что вестник Маарпа. Не обошлось, конечно, и без отсылок на игры. Читаю текст из объекта. Шиагород остается правящим своим царством в двух лицах, прежде чем сам приведет к его низвержению, только чтобы быть остановленным великим узником короля драконов. Это пересказ сюжета дополнения к четвертой части The Elder Scrolls Oblivion под названием «Дрожащие острова». То есть в мультивселенной SCP, видимо, где-то среди бесконечного числа миров предусмотрен и мир Нирна. Также есть еще и капуста бедствия, и козий шар, который катится в козиат. Хотя если упоминается Шиагород из игр серии TES, то может козел это тоже из игр, например, из симулятора козла, кто знает. Ну а почему, собственно, нет? А еще есть скелеты, дерущиеся в бесконечной битве для большего трэша и угара. Сражения всех этих сущностей хоть и оживляют проклятый городок, но не имеют большого смысла, потому что в конце приходят три великих победителя — огня, льда и бури, яростное сражение которых в итоге заканчивает все буйство. Про них сложно что-то сказать, потому что один похож на гору земли, другой — на нагромождение кристаллов, а третий вообще толком не описан. Да и какая разница, ведь когда-нибудь Ктулху наконец проснется. Вот такой этот Дейлпорт разнообразный. Всем пока!